Крем-краска с гиалуроновой кислотой «Капус», и ваши волосы не останутся в тени. «Спасская» в предыдущих сериях. Следователь Анна Спасская пытается найти заказчика убийства Ильина. Я доведу это дело до конца, нравится вам это или нет. Она подозревает, что в деле замешан бизнесмен Иван Шалаев, но прямых доказательств у нее нет. У вас все джокеры. И рано или поздно вы проиграете. Следите за картами. Не знаешь, что это за люди? Тебя это не пугает? Вы потратили уйму времени на разработку Шалаева. И где результат? Новый напарник Спасской. Майор Петр Голицын готов помочь ей в опасном расследовании. Если бы мы действовали сообща, было бы эффективнее. Но готова ли Анна ему довериться? Может, мы не там ищем, а Шалаев к убийству вообще не имеет отношения. Спасская. Новые серии. Смотрим в понедельник в 21.20. Пенталгин Экстра Гель. В нем самая высокая дозировка вещества от боли и воспаления. Пенталгин Экстра Гель против боли и воспаления в мышцах и суставах. Вклад «Лучший процент» от Сбера со ставкой до 12% годовых. Ставки по вкладам в банках? Ага, все одинаковые. Как выбирать? Непонятно. Дорогая. А как ты выбирала? Я выбирала самого продвинутого. А я того, что всегда был рядом. Это же Сбер. Технологичный и всегда рядом. Откройте вклад с самой высокой ставкой. В Сбере с Праймом выгоднее. С курочкой? Биг Чикен Бургер с большим нежным филе куриной грудки в хрустящей панировке, помидорами, салатом и фирменным соусом. Большой Биг Чикен Бургер во вкусно и точка. Это Фонбет Кубок России по футболу. Масштабный, зрелищный, настоящий, пробивной. Фонбет Кубок России по футболу. Собирать завров выгоднее со скидками. Пирожное «Медвежонок Барни» 79,90. Пятерочка выручает! Очищающие таблетки «Протефикс» с активным кислородом – это деликатный уход для всех типов зубных протезов. Немецкое качество по отличной цене. Спрашивайте в аптеках города. И это Биг Булочка с кунжутом, две котлеты с луком, особый соус, сыр, салат и огурцы. Легендарный вид. Это Биг Хит. Бургер номер один. Скоро в школу. Как скоро? Фен-стиралка и ноутбук, и наушники возьми. Все ты купишь, все, что нужно, не проблема. Умная пятница. Кэшбэк 20% на все. И как мне это раньше в голову не пришло? МВидео и Эльдорадо. КГЦЛ уже с первых суток приема начинает снижать выраженность симптомов гриппа и ОРВИ, независимо от типа вируса. Поэтому КГЦЛ – высшая противовирусная мера. Сбермаркет – еда, еда, из ресторанов еда, горячая еда. Сбермаркет – доставляем из кафе и ресторанов бесплатно. Используйте промокод «Еда-еда» и получите скидку 400 рублей. Бесплатная кредитная суперкарта ВТБ – это 200 дней без процентов на все и кэшбэк 20%. Переходите на ВТБ, и все получится. Биг-хит! Два биг-хита по выгодной цене. Приходите во «Вкусная точка» или закажите доставку в нашем приложении. А вы раньше летали? Я много чего раньше не делал. А потом делал. Мечта? Полетели со мной. Ты сейчас пообещаешь и не возьмешь. Не возьму. Всю жизнь я жду, когда мы сможем с тобой просто поговорить. Ты никого не хочешь слышать, кроме себя. Нельзя откладывать. Готовим вылет. Трудно угнаться за человеком. Пап, я к тебе хочу. Который пытается поймать ветер. Каждый день ему пишу письмо. А потом, когда он возвращается, я ему отдаю свои, а он мне свои. Иду на грозу. Чего ты пристал-то ко мне? Чего тебе надо? Пусть спускается куда? С этой волной. Каждый раз волнуюсь, когда он уходит, но он возвращается. Он мне обещал. Повелитель ветра. Давай, Федор, держись. Скоро.
Я все время мама в декрете. У меня 11 детей. 11 детей! Гуляют парочки, лай-ла-ла, порхают бабочки. Это Лен, вышивка, наш орнамент белорусский. Все девки будут ваши. Сквозь туманы и дожди, шлю тебе кусочек лета. Моя доченька Лерочка, не слышащий ребеночек. Лера красивая. А Галина красная. Песни от всей души. Вечернее шоу Андрея Малахова. Завтра в 17:50. Кино по выходным. Собираешь манатки и возвращаешься к себе на север. Жить я тебе здесь все равно не дам. Светлана Антонова. Константин Соловьев. Клянусь, мужа своего. Я не люблю его и никогда не любила. Пока он здесь не появился, у нас с тобой все нормально было. Все что угодно приказывайте. Даже человека убить. Пустой дом. Премьера. Сегодня в 21:00 на канале «Россия».